лучше надо будет еще раз зайти. Ну что, мы находимся, конечно, у кассы сейчас. Это наши первые кенийские покупки. Вот и так они, собственно говоря, выглядят. Овощи у нас. У нас огурчики, помидорчики, лучок. Тут яйца есть. Мы будем делать салаты. Тут есть перчик, да, мама? Молоко у нас есть, да. Мы взяли рис. Две буханочки вот такого вот серенького хлебушка. Мы взяли кенийский кофе. Вот, по правде говоря, с кенийским кофе это вообще отдельная история, потому что на полках с кофе практически все кофе растворимое. Только есть, было два вида кофе, и одно вот такое вот, мы надеемся, что оно не кислое, что его возможно пить, а второе было, очевидно, по запаху пережаренное настолько сильно, что, ну, это точно нельзя пить, вот. Мы увидели еще в Кении такой напиток фанту, смородину. Вот по правде говоря, в Америке мы такого не видели, да? В Европе такая штука есть. Я знаю, в Латвии такая штука есть, фанта со вкусом смородины. Вот. И мы, ну, как-то не особо любители пить вот такие содовые напитки, но тем не менее мы взяли на пробу его себе, потому что, ну, это такая какая-то своего рода экзотика. Вот. Такой вот у нас соус помидорный. Тут есть еще в тележечке. Самуил сидит, мы ему взяли киндер-сюрпризы. Вот что я хочу сказать. Вот эти киндер-сюрпризы, они здесь ровно в два раза дешевле, чем они стоят в Америке. Потому, конечно, ну, как бы он этого не понял, но мы не стали сильно его разгоняться, потому что там, конечно, есть игрушечка внутри, ему так это все интересно. Потом он играется, и мы взяли несколько таких вот игрушек с собой для него с Америки. Вот, и вот так вот мы тут сидим, Ась. Ты сидишь на печенье, кстати, и на буханочке хлеба. Путешественник ты наш, мой любимый. Вот вкратце о наших покупках в кенийских магазинах сегодня. Потому что мясо не покупать. Да, мясо нельзя покупать, потому что в мясе кишечная палочка, от которой для нас это может быть очень плохо. Ну вот это еще один вид транспорта. В Кении называется туки-туки. Туки-туки! It's very nice! It's very nice driving! Yeah! It's an awesome experience. Over here, guys. Yeah. Yes. Over here. Ну, в общем, мы приехали с Туки. Приехали, это такой мотоцикл на трех колесах. Мы сидим в такой будочке тут. Вот в такой вот тут будочке сидим. И чувствуем себя очень хорошо. Ну, вот так выглядит Туки. Они привезли нас с магазина, ребята. 150 шиллингов стоит такая машинка, это $1.5. Где-то минут 10 мы катились с магазина.